Руслан, мы на канале GBG, продолжаем проходить Days Gone, и сейчас, что у нас там по плану? По плану зачистить эти гнезда, ну и... Стоп. Нет, все-таки по плану зачистить эти гнезда. Потому что... Нужно этим заняться. Я что-то не могу понять, сколько вообще времени карта... Кажется, или тут еще... Точно, надо спалить оставшиеся гнезда. Не, или кажется, или здесь их как-то многовато. Этих ребят. Обратите внимание, они ходят водичку пить. Так, чувак. Все, окей. Что? Но они такие, кстати, слеповатые. Так, и здесь узнаешь гнездышко. Сожжем его. Сейчас мы на гнездышко дрюкнем. И здесь охуенно безопасно, скажем так. Ух ты! Стоп, у меня есть? Да, есть. Так, надо еще один манок. Нахуй я это сделал? Отлично, отлично, истребитель Орд. Что ж, достаточно до хера мы потратили, друзья, фактически все. Поэтому что-то мне подсказывает, что не получится сейчас. Не получится сейчас все это как-то уничтожить. Потому что нет. Хотя, стоп, я ж могу скрафтить. Я ж могу скрафтить, и, в принципе, нам на гнезда хватит. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вся хуйня на максимум. Мне надо крафт вот этого манка, или как. Ну, короче, отвлекающие штуки. Это было бы неплохо, или какие-то мины, что-то такое. Зомби было не супер много, в принципе, мы разобрались достаточно дешево, скажем. Так, давайте по карте. Здесь у нас 4 гнезда. Ну, что ж, идем к моцику и пойдем сейчас дальше. Ты, сука, мой мотоцикл перевернул? Что, вообще охерел?
достаточно дохуя экспы мы получили. Так, ладно, что там с автозаправкой? Она где-то здесь рядом. Или это Бенц рядом, или что это рядом? Поедем сюда. Нам в идеале надо то ли полечиться, то ли еще что-то. Не знаю, вообще ночью, блядь, с этими пидорасами разбираться, это сплошной гемор на самом деле. Здесь показывается Бенц. Я нихуя не пойму. Или это заправки просто загораются, когда бенза мало. Ну давайте поедем. Не, вроде это рядом. Да. Здесь, кстати, какое-то городишко. Я так думаю, что здесь можно неплохо лутануться. И, в принципе... продолжить. Еще один участок, Неро. Может, в медпункте что-нибудь найдется? Тряпочка. Давайте сразу моцик заправим. И потом поедем убивать пиздюков. Потому что... ну, в принципе, я не знаю, мне что-то... вот так. Что-то на самом деле подсказывает, что неплохо было бы и в этот лагерь лутануть. Ну вот, порядок. Давайте лутанем лагерь. И потом, собственно, путь. Так, а... как, сука... хрень взять. Да что за херь? Чё ты перелазишь, дружок? Нам канистра нужна. Нам генератор заправлять. Нам же без генератора здесь нихуя не дадут. Ну, думаю, вот так вот. Самый дельный вариант. Так, ну, на что? Погнали искать. Тряпочка. Так, что-то... на стоп, я джойстиком разучился пользоваться. Отлично. Ну, здесь вроде этих дебилов вообще немного. Сейчас, я думаю, мы всех убьем. А здесь, судя по всему, какой-то... я думал, бандюк. Давайте сразу обрезать эту херь. Здесь, кстати, что, можно спать? Я ж вроде как в этом лагере еще не был. Главное не проебаться, как я в прошлый раз проебался, то что прибежало огромное казино, и из-за того, что я там что-то где-то не спилил один вот этот вот рупор. Или громко говорить, или что за хуйня. Не знаю, как это называется. Что это такое? Это глушитель. Есть керосинушка, что не может не радовать с учетом того, что нам выносить этих пиздюков. Так, что здесь? Ни хера тут нету. А в принципе вообще какой-то скудный лагерь. Так, ментик. Думаю, в принципе, есть смысл еще вкачать КПшечку.
Бутылки есть. Здесь тоже что-то есть интересное. Как туда попасть, вопрос. Ну, а где генератор? Генератор у нас, судя по всему, вот здесь. Так, окей. Давайте заправлять его. Сейчас заправим. Еще раз перепроверю, все ли я выключил, и я думаю, это что. Вот так. Можно будет что-то придумать. Готово. Отлично. Выбрасываем. Так. Что у нас здесь? Здесь выключено. А что там? Что-то там, похоже, какой-то прям пиздец, да? Мне что-то подсказывает, что там должны быть какие-то или гнезда, или что. Ну, вот какая-то такая херня. Так, часто бывает на вот этих караульных будках, где шлагбаум, тоже вот эти вот кричатели. Что у нас здесь? Взрывная херь. Так, ну, вроде как больше их нету. Могу, конечно, ошибаться, но больше я, во всяком случае, не вижу. Ну, конечно, если я сейчас проебусь, это будет вообще полный пиздец. Ура, зеленый свет, зеленый этот черт. Сейчас они все сюда сбегутся. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивление сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Где они, блядь? Где эта пизделка? Где я проебался, вопрос. Пиздец. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивление сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Попытка обойти баррикады карается расстрелом. Возьмите работу. Так, блядь, ну я примерно понял, где вся эта хуйня находится. И сейчас начинаем тотальный стелс, не знаю, надо все это херню отключить, и потом уже можно будет что-то спокойно делать. Но мне в любом случае надо захватить эту херню, нормально ее обыскать, что здесь, кстати, здесь находится. Так, ну окей, друзья. Ага. Аптечка. Найду тебе применение. Трубочка — это как раз то, что нам надо. Они все уходят.
судя по всему. Так, а здесь у нас вроде как был вот этот громкоговоритель. Да, вот он. И мне кажется, что где-то в зоне недосягаемости они еще есть, в плане, там, где их нельзя срезать, на каких-то столбах, на вот какой-то такой херне. Вон, вижу, кстати. Сука знает, что я здесь, да? Ты же знаешь, сука, что я здесь. Я себе. Вот эти альбиносы, они танковые. Еще очень. Один трофей. Очень даже танковые. Так, окей. Остался где-то один. Я так подозреваю, что где-то здесь он сверху должен быть. Не знаю. Давайте проверим. Туда вот уходит еще кабель. За, получается... За базу на эту. Так. И мне что-то подсказывает, что там тоже эта херня есть. Так, смотрим здесь. Да, вот это хуета здесь есть. Ее так спрятали, кстати, неплохо. Ладно. Все, а теперь можно уже подрубить эту тему и спокойно себе обыскать лагерь. Давайте смотрим, может здесь какие-то вот эти вот фишки есть у него. Не по приколу то, что он сам это делает. То есть ты, если нажимаешь, он сам лезет. Так, давайте здесь все осмотрим. Все обыщем и уже включим генератор. Меня вообще на самом деле больше всего интересует, где... Так, что здесь? Где вот этот вот ихний, типа диктофона, то есть то, что они записывают, потому что, оно раскрывает сюжет, и я думаю, что это супер важно найти. Так, что здесь? Нихера интересного, да? Бенз. Ну и все остальное, насколько я понимаю, внутри. Окей, как говорится, подрубаем и все будет хорошо.
всяком случае, на это надеюсь. Ну, с Богом, надеюсь, ничего не проебал. Все, работает как часы. Все заебись. Так. Блять, а где ж этот записывающее устройство? Так, давайте сделаем так. Судя по всему, из того, что я понимаю, здесь одно единственное здание, вот это, да, идет, или как? Нет, их два здесь, еще вот это. Но на в это хер знает, как попасть, это, судя по всему, с другой стороны только можно. Тут регистратор Неро. Вот, что это, что я искал. Господи, что это за вонь? А, ну да, ты же новенькая. Они включили вигвам-топку. Что-что? Вигвам-топку. Вон, видишь? Вон она. Выглядит, как огромная ржавая солонка. Ну, я ее уж точно чую. В 60-х в таких сжигали опилки. Они работали 24 часа в сутки. Как миниатюрные вулканы. А теперь сжигают трупы. Я думаю, это последняя партия из фаервола. Они ее вырубают. Нас перекинут к захоронению в Iron Build. Ну, хоть вонять так не будет. Будем надеяться. Так, ну, вроде все окей. До хера здесь всего интересного. Думаю, давайте переночуем, наверное, и отправимся сжечь гнезда, потому что, скажем так, ночью это делать явно не лучшая идея. Прилягу ненадолго. Я б на его месте постремался, с учетом того, что все двери открываются. Все без проблем. Можно снова в бой. Так, это есть. В принципе, у меня, блин, есть все для того, чтобы подраться с этими пиздюками, но... Так, бери это. Что ж, мы возвращаемся обратно. Что это за херня на карте? Я не могу понять. То есть это своего рода как быстрый переход открывается, если ты здесь все зачистил, все у тебя неплохо. И, ну, удобная тема, то что можно скипать время. Потому что здесь не особо весело по ночам вообще что-то делать, если ты не дерешься с людьми. То есть, если с пиздюками, то это вообще, скажем так, откровенно, самый херовый вариант. Так, окей, поехали сюда. Там. Кстати, здесь же супер много ушей. Я что-то проебался. 76 ухо крика. Нормально.
Сейчас сразу сохранимся. Да. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Так, а здесь есть, кстати, полицейская машина, и в ней, по идее, есть потрошки. Да? Нихуя тут нету. Хорошо, что я сначала не пострелял, а потом не решил проверить. Так, окей. Начинаем. Что-то не похоже там, что кто-то внутри есть. Так, не говорите, что там руда, блядь. Там их не дохуя. Фу, я чую гнездо. Оно где-то здесь. Очень неплохо. Но сейчас мы их поубиваем по барику. Что, потом, когда уничтожим гнездо, эти пидоры сагрятся, это точно. Так. Еще одно. Погнали. Попадаешь же? Сучонок ударил меня все-таки. Что это за птица заебистая такая? Отнесу в какой-нибудь лагерь. Так, и... Где-то еще одно осталось. Здесь, собственно, мне кажется, что вот эта вот сюжетная линия охотник на зараженных. Что там внутри? Еще медпункт. И что же Неро оставили тут после себя? И, судя по всему, вот это вот здесь последнее гнездо этих уёбков. Чую по запаху гнездо где-то рядом. Готово. Теперь фриков тут поубавится. Ну, рано или поздно мы вообще здесь все истребим нахер. Останутся, я так думаю, только орды. Ha!
бывает, нажимаешь бить, а он не бьет. Что это за ворона, блядь? Давайте, что она меня стримает как-то. Давайте ее ебанем. И что? Не-а. Отлично. Так. Кстати, достаточно дохуя керосина. Вот так. Что это такое? Вообще не пойму, что это. Ну похуй. Так, а сюда, судя по всему, можно залезть только через верх. Сразу спиливаем эту херь. На этой хере должна быть еще пизделка, по идее. На удивление, здесь даже ее нету. Что это за херь? Ну, за мне дают опыт за ворону. Значит, это не особо дружелюбная ворона, мне кажется. Мясо вора. Ворона. Мне кажется, это какая-то вообще зараженная херня. Ну, на самом деле. Могу, конечно, ошибаться. Так, что это такое? Тряпка. Забираем. Давайте посмотрим, что там в гнезде. Ух ты! Ящичек какой-то. Блять, нахуй я это взял? Это брать в идеале не надо было. Что это такое? Предохранитель, да. Вау, это неплохо. Это очень неплохо, я бы так сказал, вопрос. О, зараза, предохранитель сгорел. Ну... Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Главное, опять же, не проебаться с вот этими вот громкоговорителями. Ну, вроде как их больше здесь нету. Вот он. Нихуя бензина. Нет топлива. Ну, конечно. Ты на хер знает, откуда тарабанить канистру, мне кажется. Но я думаю, что канистра на самом деле должна быть... Ну, что у нас здесь? Должна быть где-то в этой хере, внутри там, в тоннеле. Кстати, машины вообще замерзшие, не открываются нихуя. Ну, я сомневаюсь, что здесь прям где-то далеко вот эта вот канистра находится. Ну, идем в тоннель.
Надеюсь, там я не встречу кучу уёбков. Ну, и заодно проверим, есть ли здесь какие-то громкоговорители и прочая херня. Так, ну здесь ничего нет. Что у нас за дверь? Тут ни хера нету. Так, хорошо, друзья, надо понять, где у нас есть бенз. И сюда его принести. Блять, вот это по-дебильному сделали реально, то что... Так, там вроде домов никаких нету. Не знаю, блядь. Ладно, похуй, давайте поедем поищем. Что поделать. Кажется, что только здесь может быть бенз. Бери тряпочку. Так. Пригодится. Ха, интересно. Так, хорошо. Ну, не знаю. Я рассчитываю, что где-то здесь бенз, потому что бежать на полкарты с канистрой, это вообще не то, о чем я мечтаю. Но здесь нихуя нет. Правильно, правильно. Полный пиздец. Так, вот здесь у нас, там пункт Нера. Но единственный варик это здесь, но это реально далеко бежать, не знаю. Хотя, стоп. Здесь, в принципе, от Билли Лейка, давайте быстрый переход, от этого лагеря достаточно недалеко. Ну, я думаю, то, что, в принципе, можно втопить. Вопрос, стоит ли оно того, конечно, но я думаю, что вполне себе нормально будет, если я здесь возьму канистру и пробегусь. У меня там максимум какой-то модный глушитель типа или что. Кто-то в кого-то стреляет, блять. Если здесь не будет бенза, это будет полный пиздец. Но здесь должен быть бенз. Ну, по-любому же должен быть бенз. Что, серьезно? Ну, я реально бенза не вижу. Ой,
Пиздец, вот это я, блядь, лоханулся. Давайте тогда с этого блокпоста пойдем на тот, но, блядь, я не знаю, как вообще на самом деле лучше это все сделать. Так проебаться с бензом, это надо уметь. В принципе, мы большую часть вообще зачистили, то есть поэтому я думаю, что проблем у меня по пути не будет. Что тут у нас? Все-таки это какой-то херней попахивает. Плохо то, что бенз нельзя с собой возить. Ну вот реально это тупо. Ну ты типа на канистру не можешь привязать там к багажнику, к чему-то такому. И поехать, ну, в смысле. Это какая-то херня на самом деле. Так, где канистра, блядь? Техника Икс, не знаю, нахуя мы... Но для чего-то нужна. Так. И теперь давайте-ка вот такой вот пеший маршрут и погнали. Охуеть, как весело будет. Ну, в принципе, бежать-то не очень, да, 400 метров, но, блядь, не могли бы сделать как-то упростить вот эту всю херню, потому что, ну, не знаю, друзья, мне кажется, что это нихуя не нормально. Мне интересно, я вообще все блокпосты, вот, вроде как не все подключил. Там был какой-то блокпост, который я не понял, как залезть, но мне потом, собственно, подписчик сказал, что там надо через машину, и все будет окей. Ну, в принципе, двигаемся мы достаточно оперативненько, я бы так сказал. Есть псина. Шапка, блядь. У меня уже столько мяса, что на самом деле непонятно, куда его девать. Но сдадим потом в какой-то лагере, где не будет хватать, скажем, какой-то фишки. Так, кстати, я байк не заправил, что самое интересное. Я бенз забрал, блядь, а вот моцик я не заправил. В принципе, в любом случае потом возвращаться к мотоциклу. Но... такое себе. Я надеюсь, то, что я отключил все вот это, все вот эти вот громкоговорители. Потому что если сейчас прибежит сюда толпа, это будет вообще нихуя не прикольно. Тут блокпост реально маленький. А что ты хочешь?
Так, ухо. Ухо забрали. Сейчас еще раз все перепроверю. Так, здесь нету. Здесь тоже нету. Ну, на вроде как у нас все неплохо. Надо еще на верхушках посмотреть. Так, ну, нигде ничего нету. Все окей. Вот так. Бредятина, скажем так. Хорошо. Эта херня, кстати, открывается отсюда? Так не откроешь. Ну, с Богом. Надеюсь, что не встряну. Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Это всегда хорошо. Ладно. Отлично. Посмотрим. Да не за... Не снаружи дверь закрывай. Вот так. Ну, я думаю, сейчас прокачаем выносливость. В принципе, хпшечки у меня достаточно. Так. Так, хорошо. Вот это да. Микрорегистратор, здрасте. И почему вопрос нихуя не произошло? Что за микрорегистратор? И, ну, типа, что за херня? Почему, блядь, никто ничего не говорит по этому микрорегистратору? Так, ну, предлагаю переночевать, отправимся днем. Как бухарь говорит, койка зовет. Ты что, там уже вроде как темнеет, хер его знает. Сейчас посмотрим, в принципе. Да, уже потемнело. Ну ладно, идем. Хотя стоп, или там ночь наступила. Передохну чуток. Очко навыков доступно. Очень неплохо. Вопрос, что вкачать. Ну, вообще надо качать на количество вот этих вот девайсов, на всю эту херню, которую можно носить. Ну и восстановление запаса сил тоже увеличивать. Все, отлично. День. Утрица, скажем, и... Нормально. Сейчас... Стартуем. Как говорится, так, навыки, что мне надо. Здесь, в принципе, здесь я уже бешеный бык, это херня, суперстимулятор. Не знаю, вот поставленный бросок, с одной стороны, блять, можно это взять. Ну, типа, это вроде как в теории это очень даже неплохой навык. Ну, вопрос, куда вообще ты, как ты его вообще оглушишь? То есть, в плане того, то, что надо попадать в голову или похуй. То есть, ну, здесь пока что это все как-то не ясно. Но мне определенно надо вот эта херня. Это вообще точно. Сюда надо реально дохуя вложить очков. Передышка, ускорение, запас остальных контуров противников. То есть оно, насколько я понимаю, вроде как светит сквозь объект. То есть, ну, я на самом деле думал то, что это херовый навык, но если он просвечивает стены, то, ну, это неплохо. Хотя здесь, в принципе, кроме запаса силы этой херни ты больше ничего не возьмешь. Ну, и передышка здесь можно или что-то. Ремонт.
байка, это сразу мимо. Ну, да хуй с ним. А давайте растения. Не хочу я вот, вот этот рандомный какой-то бросок, который вроде как там может что-то оглушить, что-то не оглушить. То есть, ну, это на самом деле вообще до конца непонятно, как это работает. Друзья, если кто-то проходил, напишите в комментариях. Это просто попало и оглушило, или это какая-то муторная тема, да? Вот как с этим. Так, вопрос у меня, где Бенз? Вопрос, где я выкинул Бенз? Я ж его сюда куда-то скинул, правильно? Или нет? Что это за херня? А, это вот эта ворона, которую я хер знает, когда убил. Хер его знает, она показывает то, что там прям дохуя всего-всего, но по факту что-то я не вижу. Или где эта вся херня находится? Вопрос. Блять, мне нужен бензин. Да что этот хрипит, блять, хриплый? Заебал уже со своим дружком вот этим. Всё, блядь, тишина наконец. Мне нужен Бенз, блядь. Где Бенз упал? Так, что здесь у нас? Вот Бенз. Блядь, ну после вот, всего здесь все время лежал Бенз. Я, блядь, топил с другого конца карты. Ну, сука, гениально, блядь. Просто гениально. Еще хуесосил разработчиков за то, что они вот такую херню сделали, что приходится с одного конца карты в другой бегать. Ладно, похуй. Что поделать? Так, идем к моцику. И, собственно, куда дальше, хер его знает. Поедем в лагерь, наверное. Что, у меня больше вариантов нет. И собака где-то. Ну, с той стороны он еще. Вообще, на самом деле, я не знаю, прикольная игра, красивая, в игре дохуя локаций, дохуя всего, есть чем заняться, ну, на самом деле, это прикольно. Ну, мне нравятся вот такие игры, там, где, как бы, здесь не скажу, что прям вообще свобода действий, в плане того, то, что тебе в любом случае надо поехать туда, но здесь, во всяком случае, ну, такой, по большей части, можно назвать, что открытый мир. Потому что, понятное дело, что-то идет, проходится по квесту, что-то еще как-то. Но, тем не менее. Надо. Готово. Так, все. Куда мне надо? Экипировка, что за херня? Создание. Что мне еще надо открыть? Какой-то супер болт
судя по всему, еще какой-то болт. Ну, здесь, как видим, достаточно дохуя болтов, зажигающий, электрический, какой-то ядовитый. То есть, я так понимаю, что все-таки арбалет это, ну, топовое оружие здесь, как ни крути. Дубинки, вот это вот вроде или дубинка, или что? Есть еще такая дубинка. Не знаю, судя по всему, у меня не все дубинки открыты. Но вопрос, дело херя пиздюков. Так, карта. Мне надо, судя по всему, сюжетное вернуться на в лагерь Железного Майка. Поехали. Достаточно оперативненько у нас все. Так, окей. Там кто-то у ворот. Да, я его знаю. Эй, как думаешь, ты что-нибудь помнишь? Что, мне кажется, вообще никуда втопил. А мне ведь раньше нравилось на природе. Мы с мужем каждое лето вывозили сюда детей, палатки ставили, рыбачили, все такое. Ну, главное, подальше. Привет, баба. Нету 100 лет, пара дней, не больше. Рики, ты сказала, есть работа? Привет, Дик. Да. Помнишь Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу. Но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линси Фуллер. Кого? Линси. Работала с припасами до Блэр. Подожди, он убил безоружную женщину? Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, Рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в Кэмпайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю. Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Или лента там не завалялась? Что еще о нем известно? Немногое. А, погоди. Он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. А, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Что ж, друзья, могу сказать, что вообще здесь в целом вот не особо мне как-то, я понимаю, да, он как типа охотник за головами, но фишка в том, что типа тебе рассказали какую-то херню, и ну он без выяснения, без ничего там, типа, убил женщину, какую женщину, что, зачем, может и не убил, может и спиздели, и ты как бы идешь не особо разбираясь, то есть, да, в этой всей херне, идешь просто убивать людей. Так, а где это далеко находится вообще? Ох, нихуя себе. Там еще и достопримечательность какая-то. Надеюсь, это не будет какая-то гонка на мотоциклах, потому что на меня это уже откровенно пару заебало. Пару назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо при. Погоди, я открою. Оттуда вышли их бабки. Как пиши? Банши что-то. Какой-то песик мутировавший. Прикольно. Я не знал, что здесь такая вот херня. Где там? Где-то.
Что ж, давайте убьем этого пиздючка сейчас. И я думаю, что мы сегодня закончим. Кстати, на вопрос, сука, здесь грибы, ягоды, всякая херь, да, вот таких больших количеств. А вон ягод какая-то. Нахуя они надо? Я их всю игру сыграю. Ну, я готов. Но, в принципе, мне ни разу они не пригодились. Я так понимаю, то, что для чего вообще они могут быть, это вот с... А, вот, смотрите. Тряпка, черная смородина и стерилизатор. То есть, да, микстура концентрации, стимулирующая микстура, лекарственная микстура. То есть, стимулирующая, это, я так понимаю, как раз для ближнего боя или что-то типа того. Но, в любом случае, друзья, сейчас в приоритете это максимум лута. Потом все-таки я докачаю вообще ветку ближнего боя. Ну, может, закину что-то в стрельбу, потому что здесь есть такая фишка, как остановка времени. И неплохо было бы вот эту херню тоже получить. Так, здесь все уже смотрели. Вообще, здесь вот фишка в том, то, что на карте ты рано или поздно все забираешь и... ограничены. Понятное дело, все это Рики, дерьмо. Я в комбайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? А, нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. К нему! Все к нему! Не волнуйся, я его найду. Отбой. Я знаю, что ты здесь! Прикрываю! Блять, вот вам, сука, и геймпад, блять. И я хуёвый на нем. Это же просто намах! Убить его! Что значит просто, баба? Я особенный, блять. Я избранный. Давай. Просто, слышишь? Я тебе не просто пиздюк там какой-то уличный. Я тут всем известный, блять, на байкер. Назад! Блять, непривычно стрелять, вот, на реально здесь. Это я возьму. Там, да, мелкие пиздючки даже вон сверху сидят. Что ж, сейчас мы все осмотрим. И я думаю, что будет все окей. Тряпка нет места. Ни на что, сука, нет места. Ну похер. А что там, сверху ёбки сидят, да? А, их уже покрошили. Ладно, рыжий, где ты прячешься? Шакалы. Они убивают шакалов. Нахуя. Нахуя вы детей убиваете, пидорасы? Вот так. Ну, здесь, в принципе, нормально, но вопрос, где рыжий? Тряпка, нет места. Первого. Вот он. Кто? Кто он? Где он? Никого не вижу, блядь. Может, он где-то здесь? Топор, пожарный топор, прочность поменьше, ну окей, возьмем, пока попользуем. Один хер ремонтировать пока что не ищем. Она сама напросилась, та, которую я застрелил. Заперто. Захлопни пасть! А не то я тебе башку прострелю! Ты что, она послушала? Сейчас.
Там, а можно сверху залезть, я видел. Просто только как? Не выйдет. Там вроде, друзья, была дырка. Могу ошибаться, конечно. Вот. Неужели это все из-за той дуры из лагеря Железного Майка? Да, чувак, не... тут настоящая ПВПшечка, и зовут такой вот хуйни. Ну, поменяем топорик. Это я заберу. Нормально, нормально. Поехали! И вы неблагодарные пидорасы. Так, я предлагаю, кстати, раз у нас там дохуя лекарственная микстура, а вот стимулирующих вот таких сделать. Все равно какая-то хуйня нужна. Не особо важная. Ну и стерилизаторов сейчас понабираем. Что ж, вполне себе нормально. Но, блядь, надо найти биту, ребят. Еще стерилизатор. Так, ну, в принципе, разобрались. Я считаю, что получилось все достаточно неплохо. Здесь он уже даже оружие спрятал, потому что нихуя здесь нет. Так, есть еще бинтик. Это трупецкий. Так, что это? Что это? Трубка. Мне вообще в идеале надо найти биту. Надо найти биту и с биты сделать биту получше, скажем так. Там следующий тир. Мне кажется, она получше будет, чем вот эта вот моя. Ха! Покушать, сука, захотел, да? Заперто. Мне кажется, что здесь тоже надо как-то через верх залезть. Могу, конечно, ошибаться. А, вот окно. Не, вот мой топор сбитый. Не-а. Херня какая-то получается. Отлично. Здесь, я не знаю, друзья, можно лом покупать или нельзя, но что-то в последнее время у меня как-то он вообще супер быстро заканчивается. Что это за херня? Гвозди? Да, гвозди. Гвозди нам не надо. Ну, собственно, друзья, на сегодня все. Я надеюсь, это было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. И в следующий раз мы пойдем уже зачистим здесь все. Я думаю, всю эту зараженную херню мы вынесем. Ну и, в принципе, пойдем там сюжетку уже заканчивать. Также здесь вот блокпост есть. Тут блокпосты. Думаю, вот это вот все надо по-хорошему оббежать, все открыть, все посмотреть, что там внутри, везде все собрать. Ну и, собственно, думаю, уже будем где-то приближаться к концу. Хотя на самом деле я не знаю, как быстро эта игра заканчивается, и сколько здесь миссий, и что вообще надо, чтобы ее закончить. Собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. Всем пока.